Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова канал Тутси. Сегодня я вам показываю очень бюджетную и вкусную столовую, которую мы обнаружили в городе Феодосии в Крыму. Вот, например, окрошка идет 68 рублей, гороховый суп 48, суп харчо 60, лагман 85, лапша 48, борщ зеленый 48 и просто борщ тоже 48. Теперь я покажу цены на гарниры, а потом покажу их сами. Вот картофель запеченный 52, овощи 82, рис, пюре, гречка, макароны, капуста 45, запеканка картофельная 70, плов 90, сате 82, макароны по-флотски 58. И вот все это здесь показано. Вот люди выбирают, вот посмотрите, какие громадные куски запеканки. Получается, что она стоит вот такой громадный кусок 70. Мы сейчас вечером, поэтому уже еды тут как бы поменьше. А вообще эта столовая работает круглосуточно. Вот, а теперь уже плов, кабачки с баклажанами, макароны, пюре, рис, гречка. А вот бифштексы такие, я думаю, куриные. Сейчас посмотрим. Вот, цветочек мясной 65, курица 65, котлеты по 50, отбивная 80, тефтеля 60, говяжий 75, бефстроганов 72, голубцы 45, вареники 30, горень 65 и куриное крыло 30. Компот любой, посмотрите, вот какие, сколько разновидностей, стоит 25. Так, вот, тут очень интересное яйцо. Котлетка, вот это такая большая тефтеля, вот это рыба такая аппетитная, вот это у нас запеканка. И вот, пожалуйста, снова цены. Торт печеночный 60, минтай 70, скумбрия 85, горбуша 70, зразы 50, вареники 7 штук 50, лежайки бак 90, оладьи 40, скумбрия 90, кефаль 80. То есть, видите, все цены до 100 рублей. То есть, это вот это, все, что здесь предложено, оно стоит вот таких денег. Вот, потом, вот они, все эти котлетки, даже шашлыки, посмотрите, какие. Все это здесь есть. А вот здесь сладкое. Сейчас я вам покажу цены на сладкое. Запеканки румяные, посмотрите, сырники 35, запеканка творожная 60, наполеон 50, кексы 20, булочка, малина, персик, так, вишня, сгущенка, это все начинки, ватрушка 40, то есть булочки 35-40. Так, затем у нас здесь есть вот такие слоеные булочки, слойки. Булочки маленькие, а теперь салаты, смотрите. Салаты идут и 82, и 40, и 50, и 45, тоже недорогие. И 55. И вот они, эти салаты здесь показаны. То есть вся цена этих салатов в районе 40-50 рублей. Так, здесь у нас посуда, хлеб, так. А тут какие-то соусы. А потом еще у нас есть... еда с другой стороны. А вот какие десерты, посмотрите. Наполеон 50, черный лес 70. Хорошие кусочки, не маленькие. И вот какие красивые десерты 65, кофейный и панакота тоже 65. Красный бархат маленький 35 и капкейк тоже 35. Тут у нас делают фреш пол-литра 300 рублей, 300 миллилитров 200. Отличный вид мороженого. Один шарик 60, два шарика 100. Самый разный. А вот тут, если вам видно, посмотрите на цены. Здесь делают чебуреки, блины с различными начинками от 40 до 115 рублей. Различные чизбургеры и так далее. Ну, то есть, как фастфуд. Но здесь все это делается у вас на глазах. Вот посмотрите, мальчик делает пиццу. Тут все очень вкусно и пахнет очень вкусно. А вот сам зал, как он выглядит. В общем, довольно красиво. Это считается столовой, но на самом деле похоже даже на ресторан. Вкусное бюджетное место. Тут многие наши бывали. До свидания, удачи всем.